Ее соперницей будет также спортсменка из Польши. Ее соперница Александра Карпук. Александра Карпук. Александр Карпук является чемпионкой Польши и призеркой чемпионатов Европы и других международных турниров. Очень серьезно настроена польская спортсменка. Здесь спортсменки не стремятся сразу перейти к обмену. Присматриваются, пристреливаются, прощупывают. Прощупывают ноги. Польская спортсменка. Жесткие лоу-кики. Греческая спортсменка переходит уже к более активным действиям. Сильные акцентированные удары в исполнении Александры Карпук. Пока не темпует, работает маленькими комбинациями, одиночными двойными ударами. Греческая спортсменка пытается идти вперед, навязать свой бой. Ну, пока обе спортсменки свежие, у греческой спортсменки небольшое преимущество в разнице в весе. Разница в весе у спортсменок 6 килограмм. Понятно, что когда спортсменки полны сил, более тяжелые спортсменки легче доминировать. Да. Марии Пападопулу не надо затягивать раунд в длительное продолжение, потому что выносливости может не хватить. Собственно говоря, по той же причине. Да, да. Александр Карпук пытается пока работать вторым номером, вытаскивать, заставлять Марию Пападопулу ходить. Получается зажимать в углу свою оппонентку. Более агрессивна сейчас греческая спортсменка. Что-то польская спортсменка, сила удара куда-то пропала. Может, устала или функционально просела. Она уже практически не отвечает. Может быть, какая-то травма. Возможно, вот левая рука затейпована, она уже не бьет. Может быть, вчерашний день, сильный ушиб или даже перелом не позволяет отвечать. Не бьет левой рукой совсем. Но греческая спортсменка делает свою работу. Ну и уже крайние секунды поединка. И рефери командует остановку боя. Посмотрим, что решат судьи. Но греческая спортсменка явно была более активна. Да, была более активна, наносила больше ударов, больше попадала. Ну и такое ощущение, да, что и сила ударов у нее была. Да. А польская спортсменка, видимо, травмирована рука и не может выдерживать темп. Да, и единогласно. Греческая спортсменка, чемпионки среди молодежи, становится чемпионкой мира среди взрослых. По решению судей победы над нами одержал боец под номером 270. По нашей информации, сейчас состоится церемония награждения у женщин. Если мы ничего не путаем. Разбита рука у греческой спортсменки. According to the judge's decision, the winner is number 273, Maria Pappadopoulou, Greece.
She becomes the champion in the category women over 70 kilograms. Number 278, Aleksandra Karpuk, Poland, takes the second place.